Привет! Убери печенье, откажись от конфет. Скоро станет тепло, и ты смело наденешь короткую юбку. А я, твой персональный тренер Станислав Рогачев, покажу тебе, как сделать ноги идеальными. Ты уже приготовила коврик для фитнеса? Эйвон и портал Живи вызывают тебя на спорт. Всего 30 дней. Сегодня 11-й день челленджа. Не теряй времени, стоит только начать. Прыжки. В этом упражнении нам нужно будет из положения ноги на ширине плеч делать прыжок ноги шире плеч. При этом в момент прыжка руки будут подниматься вверх и возвращаться в исходное положение. Итак, приступим. Так необходимо повторить 40 раз. Следующее упражнение – выпады со сменой ног в прыжке. Ставим одну ногу вперед и приступаем. Так следует повторить 40 раз. В следующем упражнении мы будем прыгать на носочках на месте. Для этого можно использовать дополнительно обыкновенную скакалку. Но можно делать и без нее. Итак, приступим. Такое упражнение следует выполнять в течение 1,5-2 минут. Заниматься дома легко. С дисциплиной и упорством ты добьешься результата. Увидимся завтра!